И мы продолжаем. 10 миллионов рублей. Столько неизвестный по имени Степан перевел на лечение тяжело больного ребенка из Забайкальского края. Родители объявили сбор средств всего неделю назад, и пожертвования называют не иначе, как чудом. У двухлетнего Санджи мраморная болезнь костей. Встречается она очень редко. В краевой больнице последний случай регистрировали почти 30 лет назад. И единственный способ лечения – это трансплантация костного мозга. Без него мальчику не дожить и до 3 лет. Из-за болезни он может полностью потерять слух и зрение. Всего нужно почти 13,5 миллионов рублей. Столько стоит операция, которая необходима двухлетнему Санже в израильской клинике. Там малыша готовы вылечить и уже ждут. Теперь осталась небольшая часть суммы собрать. Деньги перевели на счет клиники. Донором станет родная сестра Санже, Даяна, ей 4 годика. Вот только недостающую часть средств осталось родителям собрать. Но это уже легче, ведь 10 миллионов от неизвестного благодетеля уже есть.